Казак прошел 50% третьей фазы клинических исследований. В научно-исследовательском институте Минобразования отмечают, что на сегодня ни одна из вакцин, зарегистрированных в мире, еще не прошла этот этап испытаний. При этом уже пройденные проверки и полученные результаты позволяют выпускать и использовать их. Ожидается, что полное исследование Казвака завершат в июле. По предположениям разработчиков, отечественный препарат может защищать иммунитет в течение 1 года. В мае месяце будет поставлено еще 50 тысяч доз на склады фармации. Начиная с июня месяца по сентябрь будет поэтапное увеличение объемов поставки нашей вакцины до 500 тысяч в месяц. Общий объем нашей поставки по договору с СК «Фармация» составляет 2 миллиона доз вакцины. На сегодняшний день привитые нами нашей вакциной граждане показали полную безопасность вакцины. Не было никаких незаявленных явлений, сложностей.